Здравствуйте, мои дорогие! Давайте сегодня сделаем расклад и посмотрим, почему мужчина не вернулся до сих пор, почему он не пришел. Сделаем расклад на мужчину. Так, почему наш мужчина до сих пор не вернулся, не пришел. Давайте посмотрим. Вспомнили своего мужчину, все плохое убираем. Итак, поехали. Так, здесь ключевая карта говорит о вас, между прочим. Ключевая карта говорит о том, что вас, мужчина, в первую очередь видел человека, который ему чем-то выгоден. Вы финансово устойчивая, как нам показывают, очень хорошо обеспеченная женщина. Также рядом показывают королеву пентаклей, девятка пентаклей. Это говорит о хорошем, серьезном ресурсе женщины. Женщина, которая умеет зарабатывать, которая знает, как распоряжаться делами. Здесь действительно был уход у вас из отношений. Вы все оставили, не достроив, не дождавшись никаких плодов. Сделали какой-то урок из этого и ушли. Ушли из отношений. Возможно, он ушел первый, оставив вас. Возможно, вы ушли. Здесь уже не суть важна. Здесь дело в том, что он говорил, что вы очень ресурсная женщина. И этот ресурс в нем, в вас, его очень сильно будоражил, его воображение. Возможно, вы ему чем-то помогали. Возможно, у вас какая-то была общая, не знаю, занятость, работа. Может быть, вы ему в работе чем-то помогали. Может быть, вы помогали в каких-то его дополнительных проектах. Но он от вас прям питался. У кого-то проиграется, что кто-то прям реально финансово помогал, содержал мужчину. А у кого-то проиграется, что здесь мужчина от вас впитался вот именно ресурсами, понимаете, энергией, вашей удачей. Как бы вам объяснить так, чтобы понятно было? Вот есть люди удачливые, а есть люди не очень удачливые. И иногда бывает, что вот эти вот удачливые люди, действительно, смотришь на них, ну, кажется, ну, нифига он не делал, за что ему так везет. А другой, наоборот, там, вкалывает, и ноль результата, да? И здесь он у вас увидел, что от вас идет прям такая, знаете, радуга удачи. Он, когда с вами общался, он попадал под эту радугу удачи. Вы его как бы накрывали, и у него начинало что-то двигаться. И ему это нравилось. Но до поры до времени. Дальше он нам рассказывает, что произошло расставание с вами. Он ушел, оставив недостроенное отношения. Возможно, эти отношения так и не развились в какие-то более серьезные отношения. Возможно, все так и осталось на ранней стадии, потому что здесь есть такие карты, которые говорят о том, что эти отношения у очень многих проиграются, что не вышли они даже за рамки каких-то долгоиграющих, серьезных отношений. Это вот все где-то вот началось и заглохло. Он сказал, что человек здесь у нас такой гордый, честолюбивый выходит. Он говорит, когда мне предоставился шанс, а ему предоставился какой-то шанс от жизни, он за него ухватился и помчался вперед. Я, говорит, победитель на коне. Я выехал со своими шестью жезлами вперед. Я, говорит, победитель, я сделал свой выбор. Я взял этот шанс на процветание. Опять-таки, это карта семейная, так что здесь, может быть, я говорю, кстати, вас тоже показывают как пентаклевую даму. Возможно, вы оба не свободные люди. Возможно, вы оба состоите, каждый в своих отношениях. У вас есть какие-то семьи. Но здесь
Человек получил какой-то новый источник вдохновения, новые возможности, почувствовал большие перемены, какой-то новый потенциал, новое начинание, удача, говорит, на моей стороне, и рванул, говорит, я сейчас обогащусь. Десятка пентаклей, говорит, естественно, и о семье финансово устойчивой, и о том, что действительно достаточное количество этих самых пентаклей, ресурсов и финансов, всего-всего. Но дальше закрывается картой девяткой мечей. Здесь человек сидит и ревет, да, на кровати, не может уснуть, тяжелые мысли, потому что когда человек, он говорит, когда я сделал свой выбор, решил как победитель уйти из отношений, взять свой шанс от жизни, чтобы себя ресурсами пополнить, я вдруг осознал, что я отказался от чего-то очень важного в своей жизни. Я, говорит, погнался за удачей, за тузом пентаклей. Туз пентаклей, я вам уже говорила, это одна из самых, вообще самая удачная карта из всех младших арканов. И она самая благоприятная. Это начало процветания, это личные какие-то достижения, это время сбора плодов, усилий, похвала, шансы. В общем... Но это не просто шанс, но этот шанс еще нужно найти. И он почувствовал себя в одиночестве, он говорит. Я почувствовал себя одиночкой, потому что я ушел из отношений, я сам, говорит, сделал этот шаг. Я как победоносец такой пришел. Я даже не удивлюсь, если он ничего не предвещало беды, бури, и вдруг в один прекрасный момент он пришел, сказал, или даже не сказал, просто ушел и больше не появлялся. Вот здесь у нас по центру, видите, идет карта дьявола. Карта вот этой первой победы, когда бой выигран, а зачем он такой бой нужен? И карта любовники, карта выбора, да, когда человек стоит перед выбором. Конечно, не надо снимать ее со счетов. Эта карта говорит о том, что это действительно чувство, чувство любви. И вот он сказал, что погнавшись за дьяволом, за своим успехом, как ему показалось, он теперь нам осознается, он прошло, потому что какое-то время он понимает, что это был дьявол, дьявол его искушал. Он говорит, я сделал эту победу, я выиграл этот бой, я, говорит, пренебрег любовью, сделал этот выбор и остался одиноким. Остался, может быть, он и живет, говорю, там с кем-то. И мне это не сбрасываем со счетов. Здесь выходила карта десятка пентаклей. Но это говорит о том, что он все равно, неважно, живет он там с кем-то или нет, он чувствует себя одиноким. Но опять нам здесь его показывают как королем пентаклевым, то есть человеком в отношениях, в семейных отношениях. Человек, у которого есть обязательства, который содержит семью. Вот он говорит, я сам все разрушил. Сам все разрушил, спохватился, говорит, за какую-то мнимую, как он говорит, от дьявола, перспективу своего роста, своего развития, потому что жезл – это такой, знаете, это рост, это когда чувствуешь потенциал, сил, говоришь, ого-го, я сейчас это рвану, смогу, я сейчас все сделаю. И, говорит, и сам все разрушил, хотел рвануть к своей стабильности, все развалил, разрушил, ушел из отношений. И увидел, что женщина теперь отвернута от него. Вас он видит как холодной, мечевой женщиной, закрытой, с мечом. Вот, он говорит,
что он говорит нам о том, что он действовал исключительно в личных интересах, исключительно для собственного внутреннего себя любя, да, для себя любимого, для наслаждения себя любимым. Говорит о том, что теперь вы действительно очень далеки, холодны, недосягаемы до него. Вы были его учителем, вы были его наставником в жизни. Вы прошли таким, серьезно оставив след по Иерофанту, вы серьезно оставили в душе его след. Он себя почувствовал императором. И идет тайна. Опять, видите, в тайне держит вас. Он получил от вас какой-то урок от жизни, в этой жизни. Он получил урок. И тут как раз на его колонку идет колонку его ухода, его принятия решений. И в итоге он думал, что будет победителем, что справится со всеми. Ну, какие там чувства? Ну, как же ты можешь, да? Он думал, что, ну, подумаешь, чувства, пройдут эти чувства. Они прошли, видите, в одиночестве ходит с этим фонарем и понимает, что тяжело. Вы проходите какой-то тайный, понимаете, то есть ваши отношения где-то не видно социуму, вы их не демонстрировали социуму, вы находитесь в какой-то тайне, люди не знают, что вы встречались или встречались, что у вас были какие-то чувства друг к другу, это где-то проходит в тишине. Женщина вы для него загадочная, мистическая, таинственная, очень-очень интересная. И, к сожалению, вас рассматривают как женщину ресурсную. В первые же карты, в первой же линии вышло, что он вас видел в первую очередь ресурс. Говорит о том, что постоянно живет мыслями, развернут мыслями и воспоминаниями в прошлое. В прошлое, в то, что как... Вот это постоянно проворачивает в голове вот этот момент ухода, расставания, принятия этого решения. Говорит о том, что вас видят закрытые, отвернутые от него, и холодные, ограниченные. И рядом с вами он чувствовал себя настоящим мужиком таким. Вы ему давали эту возможность чувствовать себя. И сейчас осознал, что действительно есть к вам и влечение, и страсти. И это на самом деле ничего плохого нет, потому что, ну, если у мужчины, в первую очередь, конечно же, у мужчины срабатывает женщине какое-то влечение, нежели там еще что-то. Что здесь еще? Ну, впереди, видите, карта опять в середине. Карта эгоиста, солнца. Опять себялюбие такое. Опять нарциссизм. Опять, говорит, я главный в этой жизни. Рассказывает о том, что действительно понимает, что вы для него непростой человек в этой жизни, но понял он это только после расставания. И рассказывает, что действительно между вами произошло расставание. Ему бы сейчас хотел... Он демонстрирует, что... Он же у нас очень гордый товарищ. Он демонстрирует такую холодного, жесткого мужика тоже с мечом, который ни в чем не заинтересован, исключительно думает своей головой, никаких чувств. На самом деле он говорит о том, что ему хотелось бы жест примирения, как-то помириться, наладить взаимоотношения, встречи ему хотелось. Он чувствует судьбоносность вашего момента, он чувствует, что вы неспроста даны ему в этой жизни, неспроста. Ваша встреча была не просто так. Бездействует, ничего не делает,
тем не менее, бездействует, он действительно так и не явился ни в вашей жизни, не показался, он до сих пор висит. И вот эта карта опять говорит о том, что... И вот эта карта, ну, здесь, видите, говорят о том, что это все-таки отношения треугольного или четырехугольного характера, когда партнеры не свободны. И он нам об этом тоже говорит. Говорит о том, что сердце и болит у него, и разбит, и, может быть, действительно у кого-то проиграется, как и в прямом смысле у него и болело сердце. Может быть, у вас болело сердце. Но человек говорит о том, что недоволен он жизнью, недоволен тем выбором, который он сделал, недоволен той ситуацией, в которой он оказался. Опять, говорит, очень хочется ему порой любви, но не знает, какими еще манипуляциями ее добиться. Но он не готов также и ломать ту тяжелую ношу, которую он тащит, потому что он говорит, у меня есть обязательства, это обязательства официального характера. Я должен содержать, помогать, я должен планировать, растить, заботиться о той семье. Понимаете? То есть здесь у него есть обязательства. У него, возможно, там есть дети, как мы видели. Там, может быть, один, даже два ребенка проигрываться. И девочка, и мальчик могут быть. А у него есть обязательства, в которые он должен нести. У него есть семья там. Ну, напоследок. Ну, напоследок многие вообще из вас находятся в блоке друг друга. Прошло уже очень много времени, находится в блоке друг друга, если и каждый пытается, в общем, начать что-то свое с нуля, не уповая на эти старые взаимоотношения, что-то новое каждый из вас хочет начать. Он мне тут ругается на меня и говорит, что я, говорит, сейчас глушу свое горе, говорит, тем, что я работаю каждый день. Я защищаю сейчас свои границы, я работаю, но, говорит, не надо ля-ля, говорит. Я эту женщину держу ментально и не готов ее отпускать из своей жизни. Я уверен, что у нас будут еще встречи, что они... Сейчас еще минуточку посмотрю. Он говорит о том, что у вас с ним есть какая-то ментальная связь, и он говорит, в этой ментальной связи я постоянно с ней общаюсь. Говорит, не надо, говорит, рушить мою связь с этой женщиной. Да, у нас были и трудности в взаимоотношениях, и разочарования. Я хотела взаимоотношения легкого характера. Она их не приняла, посчитала, что это неприемлемо для нее, посчитала, что это обман. Но, говорит, ну, я почувствовала на самом деле, что я испытываю к ней любовь, что она моя женщина, главная женщина в моей жизни, она замечательный мастер, она замечательный творческий человек, она женщина по судьбе мне, я очень надеюсь, что когда-нибудь, говорит, у меня появится возможность встретиться с ней. Сейчас, говорит, я недостаточно финансово обеспечена, поэтому сейчас у меня нет возможности с ней встретиться, говорит. Но я люблю эту женщину, хочу вообще прояснить все, закончить все эти ссоры, скандалы и прийти к ней к взаимопониманию. Я хочу встречи с ней. У нас, говорит, много чего с ней не сложилось, много чего ушло в туман из-за того, что каждый пошел по своей позиции, говорит, каждый проявил характер, говорит, не только я тут проявлял характер, он ругается. Говорит, я строю, я должен, да, у меня есть обязательства, которые я должен нести, но тем не менее, говорит, это непростая женщина в моей жизни, я должен буду с ней еще встретиться, я буду должен с ней, нас судьба наверняка сведет, говорит, нас судьба наверняка сведет. Потому что та женщина, с которой я сейчас нахожусь, я недоволен. У нас, говорит, мы все равно, говорит, расстанемся. Какой у нас мужчина интересный.
В общем, не готов он вас отпускать до конца. Вот в ментале вас держит. Но я не вижу, чтобы это было в какое-то ближайшее или хотя бы там обозримое будущее. Там полгода, год. Он не собирается полгода, год что-то решать. И боится вас отпустить, потому что, ну, вы для него вот ресурс. Вот сразу вышел ресурс, понимаете? Вы для него какая-то ресурсная, стабильная женщина. Он, когда оказывается под вашей радугой, ему начинает вести. И дальше нам показывают, что уже какие-то и чувства у него появились. Давайте еще спросим. Вот ты ругаешься, на какое такое далекое будущее ты планируешь? И говорит, я не знаю. Но я хочу, говорит, с ней быть вместе. Я не знаю, какую сделать, говорит. Потому что мне это будет для меня хорошо. Опять, для меня хорошо. Опять, видите, финансы, ресурсы идут. Ну, здесь человек говорит о том, что и искушение оно мое, и страсти, и желание, и финансовые удачи, и возможности. Да, говорит, сейчас все у нас, говорит, опять та же самая песня. Сейчас, говорит, у нас все расстроилось, мы на расстоянии друг от друга. Сейчас, ну, в каком? Я, говорит, планирую вернуться, потому что я ей дорожу, я ей не хочу ей отдавать. Я жадный, говорит, так и передай ей. Я жадный. Я хочу ей сообщить о том, что как бы она от меня не закрывалась, как бы она не бездействовала, все равно будет встреча. Все равно, говорит, будет свидание, все равно будем победителями. Но не сейчас, говорит, а когда. Должно, говорит, пройти мне время. Должно пройти время. То есть что-то должно, один цикл завершиться, карта мира, и завершается, и рождается новый цикл. Перерождение должно быть. Это по-старому уже точно не будет. Будем, говорит, заново все строить. По-старому, говорит, не будет. Да, как, ну, как я говорила, вот с ней он отношения собирается закончить. За вами он подсматривает и хочет прояснения ситуации. Хочет объяснить свои позиции. Почему он сделал так. Почему не рассказывала о своих обязательствах, о своей семье. Почему держал все это в тайне. Для него судьбоносная женщина. И, конечно же, ему хотелось бы опять, как говорит, не пускает. Пока его не пускает, пока он должен пройти. Видимо, его перевоспитывают, потому что здесь нет, пока нет никаких встреч. Долгое время, луна опять уходит, уходит башня. Но опять будет, опять 25. То есть человек манипулятор на самом деле. Человек не может спокойно жить. Все-таки финансовая составляющая ему нравится больше в этой жизни, нежели любовь. Поэтому он так и будет тянуть резину. Где-то он понимает, что с вами было очень хорошо. И вас он терять не хочет. Но и в то же время он понимает, что нужны финансы, нужно продвижение в жизни, нужны ресурсы. И опять 25 повторяет все заново. Видели? Несколько раз, и все одно и то же. Вот поэтому он до сих пор не явился. Потому что, во-первых, у него есть где жить, а во-вторых, о ком заботиться, а во-вторых, он сосредоточен на финансах, а не на любви, к сожалению.
Все, дорогие мои, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго и до новых встреч.